Привет из Организационного комитета в Кракове. Меня зовут Инна, и это программа «Минута с ВДМ». В эту субботу, 20 февраля, пройдет третья встреча в рамках духовных упражнений для нас и всего мира в санктуарии Божьего Милосердия в Кракове. Гостем на этот раз будет священник Адам Шустак. Трансляция на польском и английском языках будет доступна позже на нашем YouTube-канале. Началась регистрация на фестиваль молодежи. Молодежь со всего мира сможет обмениваться своим творческим и религиозным опытом, делясь своим творчеством на сценах, которые будут расположены по всему Кракову и окрестностях города. На фестивале молодежи будут музыкальные концерты, выставки, спортивные, танцевальные и театральные, и религиозные мероприятия. Также открыта регистрация на Центр призваний, ранее называемый Ярмарка призваний, католические движения, организации и сообщества, а также монашеские ордена сосредоточат свое внимание на четырех основных темах – Бог, семья, милосердие и работа. Чтобы узнать больше об этом, загляните на страницу с информацией о фестивале молодежи на нашем официальном сайте www.krakow2016.com. Это была «Минута с ВДМ» с главными новостями недели. Искренне просим молиться за нас. И до встречи через неделю!